В Самарской области растет заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией. В группе риска, по словам медиков, дети, беременные женщины, люди с хроническими заболеваниями и пенсионеры. Чтобы защититься от вирусов, врачи рекомендуют использовать средства индивидуальной защиты, мыть руки с мылом, избегать контакта с заболевшими людьми, проветривать помещения и пройти вакцинацию. По данным Роспотребнадзора, прививку от гриппа уже сделали более 26 миллионов россиян. Врачи отмечают, что людям старшего возраста особенно важно пройти вакцинацию, чтобы избежать осложнений после болезни. Об этом помнят и сами люди серебряного возраста. Многие приходят в медицинские кабинеты на прививку. Если будем делать мы вакцинацию, то мы обезопасим себя, свой организм от болезней инфекционных. И самое основное, предупреждаем болезни уже те, которые существуют у человека давным-давно. То есть защита большая. Если идет, как говорится, вакцинация, человек, он обеззараживает сам себя и также спасает своих близких, близких людей, знакомых. Потому что мы ездим в транспорте, и инфицированный человек очень легко передает эту инфекцию. Так что обязательно нужно делать вакцинацию от всяких заболеваний.